A woohoo! Тере-па-па-па-па-пам. Чё мы тут делаем-то вообще? Это Каири. А чё так рано? Вот, в смысле, ого, так рано. Я ещё читаю не так. Мне куда-то вон туда надо. Ой, а кто это у нас? Да я что-то это... Я сижу уже третий час, я не знаю, чем себя занять. А Каир красавица. Эй, друган. Фальстарт? А ты недоволен? Ты чё? Не надо так делать. Я форточку не открыл. Вот где тут мы остановились, да? Я что тут пытался, помню, перепрыгнуть через что-то, и в итоге я упал в пропасть, потому что я уже вообще не соображал. Где я, чё я, кто я? Крыса, стой! Крыса, 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 крыса! Крыса в пропасть швырнула себе. Вот как это делается. А зачем мне надо идти куда-то? Я тут поставлю, можно? Во! 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 А то... Не во! Ну и что делает с человеком сон? Ну ты говоришь, зачем спать? Мама, мама. Спать надо. Полинка! Мяу! Я хочу быть в курсе всего, что происходит в моем городе, в том числе на электростанции. Как все попало? Как видишь, кое-кто из пособников монстра Баузера пробрался даже сюда. Ай. Ты чё хулиганишь, баламут? Ну-ка на! Луна, луна, цветы, цветы. И чья-то жопа в тиши. Роман гордился бы? Чем, язвой? Он же всегда говорит, что я перерабатываю, и поэтому гонит меня со стрима. А если он вдруг узнает, что я начал на час раньше практически? Что с ним будет? Нервный срыв, аневризма. Ну, понимаете, о чем я, да? Почему я это напел? X-мены 97. Наконец. Конечно, видел. Я даже практически ждал. Проблема в том... Стой! Нет! Не надо! Дай мне их все! Юбилей! Джит Грей! Юбилей! Ля чё, флексит, прям не могу на него, мне тоже хочется. VR, что ли, себе купить?
Beat Saber играть. А может, не, еще лучше Kinect купить. И играть в эту игру, как она называлась? Как та игра называлась на Kinect? Не Dance Dance, не Kinect, чего-то там. Забыл, как назывался. ЛД в чате есть, чтобы сказать мне, как называлось. Спасибо, Марио. Ты, можно сказать, зарядил город энергией. Все готово к праздникам. Можно начинать день города. А салют будет? Кстати, может, ты хочешь принять в нем участие? Тебе понравится. Ну, я так не играю. Фианор. Хорошо, я буду играть так, как тебе нужно. Я геймпад переверну. Ой, нет, так неудобно. Лучше буду так играть, как сейчас играю. Я не досмотрел X-Men-ов-то старых, чтобы новых смотреть. Это что, придется вот эти вот сколько там серий пересматривать? Отстой. И это нужно до марта сделать? Черт. Ну давай, ладно, давай. О! Таскете. Марафон 24 на 7. Давай, поехали. Танцующие в Ледовом. Нас раньше раз в год проводили. Что там, Nintendo опять что? Чего она хочет-то? Молодец, пораньше запустил, чтобы в море поиграть. Гордимся тобой. А какого офиса Nintendo со мной разговаривает? Пораньше запустил. Вы же сами директа в это время выпускаете. Ну хоть это Nintendo. Спасибо, Nintendo. Спасибо, Nintendo, за... за пожертвование. В этот фонд вот этого... как его? Фонд ботокса. Фонд жопки вот этого чувака слева. Вот этого. Себе Nintendo. Между булок что-то застряло. Трусы. Не знаю, что у него там могло застрять. Пробка. Бусы? На этом мои познания заканчиваются. В области того, что этого мужика могло застрять. Не знаю. Чё стрим внезапно 18+ стал? Твою налево. Мы же в Марио играем, что происходит? Я уверен, что тебе понравится. Ну давай. Стоп. Стоп. Ау. What, Ash? Ты смотри, там Донки Конг происходит наверху. Там Донки Конг наверху. А может туда попасть? Та-да-та-ра-та-ра-та-ра-там. Ту-ру-ту-ру. Па-па-па-ра-па-па-пам. Ту-ту-ру-ту-ту-ру-ту-ту-ру-ту-ру. Ого. Та-та-та-ра-та-ра-та. Да забанит-то не забанит, вот звук выключит без проблем.
Чат, нужно поддерживать звук, чтобы он перебивал максимально музыку из этой прекрасной игры. Во, давай, поехали. Эта музыка еще больше меня закопирайтит. Да, давай, сика. А, Марио называли джампманом. Да, был такое дело. А что так кверху ногами-то все? Эй, что там происходит у вас? Вы это, хватит женщину трогать. Почему? Почему женщину трогает человек, похожий на свинью и... Что нахуй происходит? Что происходит? Так, мы уже близко, мы уже близко. Все, поехали. Данка Конг. New Dunk City. Давай, поехали. О, да, Дикей. Опа! Нормальная песня. Еще. Получил? Сдюк. Я ушажу, я ушажу. Я теперь тут. Все, завязываю. Еще раз спасибо, Марио. Я посвящаю этот день. Ты смотри, не под фанеру пела. Я посвящаю этот день города тебе, чтобы мы без тебя делали. Все бы еще играли бы. Донки Конг, не знаю. Принеси от нас всех подарок. Прими от нас всех подарок. Че там? Все. Впитал в себя. Все? Закончу. Что это такое? Дом... Зачем я скопировал этот буфер обмена? А, дом дороги? Дом дороги! Его, говорят, только в кино не будут показывать. Что-то там какие-то, какой-то у них непонятный этот амазоновский. А что-то я только сегодня услышал, что Metro Golden Mayer Amazon купила. Че? Можно лететь дальше? В смысле? А вот он. Да-да! Не, я подумаю. А-а-а! А что, все, да? Да что я каждый раз Ан пытаюсь нажать? Тут надо кинуть. Каждый раз подхожу к этому глобусу и начинаю вокруг него прыгать, потому что ни хрена не работает. Как много... Как много частей осталось? О, развилка. Как думаешь, куда полетел Баузер? Ну нам бы сейчас снежочку. Да? Еще, да? Нет, мы на пляжное царство идем. Какой-нибудь снег идет? У меня что-то сегодня это... Интенсивно довольно. Пойдем на пляж. Я лежу и пою обо всем хорошем, и улыбку свою я дарю прохожим. Если в сердце чужом не найду ответа, неприятность эту мы переживем. Неприятность эту мы переживем. Да? Да, все понятно. Да, что там? А, пляжное царство. Чего там? А, там в море вода газированная. Ни хрена. Вода газированная в море. Есть 4 красивых фонтана. Написано, что они огромные. Газированная вода в море. Неприятность эту мы пережуем.
это звучит как, знаешь, как в старые добрые времена, когда это плеер дох, батареечный, и люди просто это батарейки грызли. Кто это там сидит? Осьминог. Кракен! Это кракен! Ты кто? Здорово. Аля. Буру-буру-буру. Бурум-бурум-бурум. Пузырьен? Пузырьен? Был чудесным курортом, пока не появилось это ужасное существо. Вы только посмотрите, сидит себе в фужере и сосет эту игристую воду. Остановите его, вся надежда на вас, мастер. Бурум-бурум-бурум. Бурум-бурум-бурум. Катя. Фу, нихуя. Это что, пародия на One Piece, что ли, блядь, происходит? Не пойму. Это вода? Как там, интересный факт. Говорят, поговаривают, что в Фортнайте? Будет коллаборация с One Piece. Ну и что вы мне предлагаете? Идти в Fortnite играть, что ли, или что? Здорово. Здесь спрятан сокровище, причем так искусно, что его невозможно увидеть. Попытайтесь его почувствовать. А бон шанс монами. Бон шанс монами, мой друг, да? Бон хорошо. Но оно так же трясется, да? Так я играю без вибрации, я терпеть не могу вибрацию. Так что это надолго, наверное. Еще что ли есть? Так я поэтому и смотрю. Экран трясется. Они же этот момент продумали. Типа, ну а вдруг вибрацию человек не... Пускай экран трясется. Хоть так. И ты чё, это я как должен запрыгнуть? Вы чё, с ума сошли? Чё это такое? Кип? Что за кип еще? Чё? Чё он сказал? Мне бы сюда цветочки. Здорово, отец. Бабло гони. Я сказал, деньги давай. А хотите услышать кое-что другое? Будь здоров, отец. Это я понимаю. Аргумент. Так. Здорово, отец.
А я что, должен туда забежать с цветочком? Как вы себе представляете? Привет, Гранд Мейдж. Здорово, отец. Здорово. Привет, Архимон. Целый стрим Фортнайта. Чу. Не, я... Моя репутация такого не выдержит. Ты что? Представляешь, я? Представляешь, я сяду на стриме в Fortnite играть. Ты просто представь себе это. Как много подписчиков я соберу. Подожди, мне только что улитка сказала, что без волейбола скучно. Лады. Я что, Брука должен включить сейчас или что происходит? Че, изи? Включил Брука и пробежал по воде. Гипну, привет. Кстати, не так уж и много нужно собрать, на удивление. Чё это такое? О! О-о-о, Assassin's Creed! Assassin's Creed! Начинается подводный туннель, по которому можно попасть на маяк. Окей. Я форель. Я ба форель. Чего это? Давай сюда. Какая песня? Какая песня классная, да? Как вот теребит свою утюпу-тюпу. Целого стрима Майнкрафта? Изи. Я секретно люблю Майнкрафт. И вы! Делайте что хотите, но игристую воду я не отдам. Тара-тара-та!
Это cute pace. Но это не значит, что я люблю Майнкрафт смотреть. Так что тут можешь не это не запоминать. Ну что, ребят, мордой об асфальт? Да я только сейчас понял, что это... Это же это. Это кубок. Кубок Уимблдона, блядь. Так, ну что мне делать? Я так-то подозреваю, что нужно то, что он кидает каким-то образом. Чтобы попало вон туда? Я посмотрим, что мы с ним можем сделать. Это Mario Sunshine? Да не. Да кинь ты в мою сторону что-нибудь, задолбаешь. А чё оно сразу взрывается теперь? Так, мне как-то вон туда надо попасть. А это что такое? Что это такое? Я тебе... Осьминожка. Я шепну тебе в окошко. Осьминожка. Лови ядро. Валим. Отвратительный какой-то звук, прям ужас. Пук. О, это можно было ускоряться все это время. Так, а где? А где штука-то, которую мне нужно? Да я угадаю. Хат-хат-хат-хат-хат. Да в смысле?
Ну что, в воде? А ты можешь пулять вперед? Да в смысле? Господи, у него нет души. А мне вообще вон туда надо, да? А как его попасть? А я могу теперь, да, это? О, фак. Там где-то был прыжок в стене, да? Отстань. Отстань от меня, я жопку умею стрелять. Уверяю вас, мне можно доверить огнестрельное оружие. Зрак не поверил мне огнестрельное оружие. А теперь выворачивай карман. Пригибай. А, вот здесь зачем все это. Понял. Вот здесь зачем это было нужно. Там луна. Луна, луна. Лежит, а лежит. Могущественное заклинание. Сико. Да, нич. Как твоя могущественная сика? Чего? Ничего. Да, нич. О, да, нич. Суки. Тряпка или... Как же без этого? Ты так cute paste там, что ли? Как туда залезть? Сколько, кстати, кусков не хватает? Ну, больше половины мы прошли, да? Сколько не хватает? 5 не хватает, что ли? 4! Почему 4? 3 в центре, 2 по бокам. Чё 4-то? 3! 3? Почему 3? Почему я слушаю чат в этом вопросе? Это Роффман. Почему ты спрашиваешь чат? А когда я спрашивал чат? А я чат спрашивал? Я просто сказал вслух. Там явно что-то есть. Да, блядь, перепрыгни ты по-братски. Нет! Нет! Я укусил микрофон, извините. Жаль. Да что так далеко-то? Жаль.
А теперь оно светится. Сука. А чё за прикол-то? Я что-то вообще не понимаю. Кто? Зачем? А что ты сделал? Что тебя фантазером называют? Кто? Монетки. Так я ж не коснулся. Так я ж не кос... Я не коснулся! Я по краю иду, алло. Привет, ворзы. Как мне открыть эти штуки-то? Чё-то я вообще не соображу никак. Аху-ху, ахахать! Пиписк. А почему ты не спрашиваешь чат? А чат знает, как проходить? Чат знает ответы на вопросы? Чат, ты знаешь ответ на мой вопрос? Чат знает все? Хорошо, чат, почему ты знаешь все? А, я так же могу делать. Едить. А чё я тогда хернёй занимаюсь? Я же могу так. Я же могу это... Я же могу тут это, Прогожопинск устроить. О, Прогожопинск. Что такое Прогожопинск? Ты смотри. Нифига себе. То есть эта лавовая хрень ни хрена не вылезет, да? А на это я наступить не могу. А куда я могу наступить-то? Там, кстати, луна лежит. А можно... Там есть луна. Там еще капитан Тодд сидит. А здесь что происходит, не пойму. Мне просто не сюда, что ли, сейчас, или что? Привет, Азикурчик. Do you like огурчик? О, вы из Англии. Мондио. Мондио, спасите. Это ваша идея? Типа мы сейчас во Франции? И тут улитки? Это ваша идея, да? Лады. I very love огурчик. This is the buzz. This is the buzz. Кукумбер. Я смотрю, Архимон точно из Англии.
правда! Я огурчик! Огурчик Рик! Так, а что если вон туда пойти? Куда это нас приведет? Волкрафт? Ля! Блондинка Виолетта. Стоит. Что-то мне подсказывает, что мне сюда нужно было тащить осьминожку. Но это не точно. О! О! Чат, я нашел. Чат, я нашел. Я нашла. Чего нашла? Трубку. Пук. Сико. Теория. Что-то меня потерял. Я умею быстро бегать. Ибо Наруто бег. Все. О, ми амор. Консулита. Я пришел. Консулита? Какая консулита? Чпок думал будет? Ничего себе ты придумал. Это от Зака. Пи-би-ри-пи-пи-ри-пи. Почему Kingdom Hearts не перевели? Потому что Square Enix. Ну, это чисто теория. Что сам знаешь, что они уже лет 15 как ленивые сволочи. И не хотят свои игры переводить. Кроме как на английский. Я что-то не понимаю, а где? Ну тут вариантов-то больше нет. Вот она. А где Луна-то? Что-то я не одупляю абсолютно. Где? Чего ты меня будешь приучать? Свой ник произносить? Хуял твоя голова? Написал от Зака, будешь от Зака, все. Я тебе уже сказал. Приучай тут. Семечки. А я могу нырнуть вниз?
Не совсем понятно, зачем ты это пишешь сейчас. Возьми, мерзавец. Это скромный задаток. Что я все равно не понимаю, где? Где, блин, эту штуку открыть-то? Голубая луна, голубая луна. Голубая, как никто его любит. Как после этого стримить? Старший брат любовью чистой королеву полюбил. Да ему суть, сутенистом свое сердце подарил. Ну а старший выбрал чудо одиночество небес, и все знали, что никогда не будет покорителем невест. Голубая луна. Ну вот зачем вы? Ну вот зачем вы? Луна. Все, что нужно было сделать, или это просто выход? По-моему, это просто выход. Здравствуйте. Идеально. Ру-ру-ру. Ну, я хочу королевство это спасти. По крайней мере, хотя бы от осьминога. Ну какого хрена? Какого хрена тут наверху кнопка, которая не нажимается? Что это? Зачем это? Фужер наполовину пуст? В каком смысле? Мне что, его водой накачать нужно или что? Не, ну типа давай попробуем. Просто у меня идей больше нету. Ей нужна вот эта штука.
Что ты хочешь, игра? Я реально не вкуриваю. Чего ты мне сказал? Фужер наполовину пуст. Или полон, что-то там сказала. За что мне эта информация дает? У них во всех были луны. Я что-то реально не понимаю. В чем смысл-то? Ну, давай еще раз попробуем. Ну как-то тупо сделано, не знаю. Даже я... секундочку, а что происходит тут у вас? Слона-то я и не заметил, да? Почему лава не исчезает? Она же на воде. Пожалуйста. Разумею, в мыслях не было, что под лавой может быть вода. Потому что лава тяжелее, чем вода. Она должна быть внизу. Нет? Как это работает? Ты шляпу залез в осьминога? А что, так можно было, что ли? Так эту механику объяснили в самом начале игры. Откуда мне знать, что под лавой есть вода? Этот вопрос мне объясните. О боже. Он слез. Мне что, с ним драться нужно теперь? Давай сразимся в игристую воду. Ты уверен? И что мне с тобой делать? Мне типа тебя надо потушить, что ли, все? И как мне это сделать? Как-то так. Да, блин. Да я тебе твою! Может быть, мне нужно просто его схватить? Эх. Вроде ударил. Но возникает другая проблема. У меня нет ХП. Да ну отпусти ты, да отпусти ты! Поднимись вверх.
Ну и где ты? Бляха, ребят, мы, короче, 10-метровый осьминог потеряли только что. Веришь, нет? Куда он мог деться? Куда мог пропасть 10-метровый осьминог? Чисто теоретически. Варзай унесла с собой. Что-то я вообще не понимаю, что происходит. Куда он реально мог пропасть-то? Ну, типа он настолько большой, что его должно было быть видно. Куда бы он ни пошел, но куда он пошел-то? Музыка до сих пор играет, что? Чего, блядь? Это мне вон туда надо? Смотри, там труп внизу много. Чё, какие-то пирамиды? Чё? А, вот ты где беснуешься, пиздюк. А я тебя ищу. Спрятался, мать его. У тебя что-то... Да пустись ты нафиг. Бомбануло. Welcome. Thank you. Да уж что такое-то, ну? Ей-богу. Спасибо, Дантинир, за 5 подарочных подписок сообществу. Мейджор Занин. Мегалодонсик. Альфред 3006. Evil Танатос. Витавто. Спасибо, Дантинир. За подписочки. Месяц подряд, не подряд, если у вас есть Данчичка, бросьте ее в чат. И котеечку. Спасибо. Спасибо, Дантинир. Спасибо большое. Все поуворачивались. Надо было вручную выбирать. Потрясающие закаты. С фонтана снова бьют. Значит, проблема с игристой водой решена. Но Боузера здесь нет. Летим дальше. Летим дальше. Я специально. Я нажму сразу. Вот Витавт. Пока.
Идет снежное царство. Берегись, Боусер. Снежное царство. Окей. Если тут все будут в ушанках ходить, я точно знаю, где мы. Я от одних фотографий замерз. Написано, что там проводятся какие-то скачки, а главный приз, знаешь какой? Снежно-нежный торт. Снежно-нежный торт? Вот это звучит как что-то для свадьбы. Азиапск. Азиапск. Чисто наш город в Сибири, Азиапск. Уханем сейчас заиграет. Уханем. О! Уходим. У меня голос низкий. Это Босман. Ох, свалился как снег на голову. Он напугал, однако. Однако? Окей. Бля, чего продаю, смотри. Это что, мармелад? Знаешь? Мороженое с мармеладом. Звучит вкусно. У-у-у. 15 надо. Шиверия. Шиверия это Азиапск. Правильно понимаю? Да я поговорить с тобой хочу, блять, игра. Главный приз украл, он победу на скачках, нежный торт. Что еще хуже, он запечатал спуск на трек для скачек. Чтобы открыть его, надо найти луны. Ты подожди, я еще и вам луну должен искать. А вам не слишком... А что это такое? Телевизор? Тортик! Ядрить сугробы. Уи-хи-хи. Это будет очень полезное движение. Здорово. Чё-то внезапный босс-файт. С кем мы еще не дрались?
с зеленым или с синим? Или с длинным? Гы-гы-гы! Снежно-нежный торт. Мы это прихватили. Боссу Баузеру с тортами? Сам как правильно, всегда не знал. С тортами обычно не везет. Но мы-то профи. Так что теперь все будет тип-топ. PlayStation Pro выйдет в 2024-м. Ну, удачи с этим. Блять, что тут вообще невозможно ходить. Меня несет постоянно куда-то. PlayStation Pro, блять, у него выйдет. Почему люди все еще верят, что PlayStation Pro вообще будет? Блять, Кун Лао ебучий. Да хорош! В смысле? Река 60 FPS будет, а их сейчас нет. Ну ладно, боссман, поверю тебе. Я бы задал вопрос, конечно бы, типа, а кому нужно это 4К твое? У кого есть 4К телек. Ну и как много таких людей есть? Консоль без игр? Кайри, это подло. Да, он теперь все подряд будет кидать, что ли? Господи, это супер нишевый продукт. Нахуя он нужен людям, если они даже будут в этот твой 4К в 60 FPS? Его все равно, блядь, не будут использовать. Берите обычную PlayStation 5, обычную. И играйте на ней. Вы один хуй не будете играть в 4К в 60 FPS. Будете играть в 1080p и в тех же 60 FPS. Добрый вечер. Нахера вам это? Вы наркоманы? Ну я на будущее.
Так, я что-то не пойму. Что мне с этой луной делать-то? Мне надо ее отдать? Спуск открой, как его открою? А как его открыть-то, алё? Ни хера не понимаю. Сидите, думаете, что Sony тут будет сидеть и компенсировать вам. Если мы в 2024 не выпускаем игр вообще, First Party, то давайте будем консоли, что ли, выпускать миллион штук. Что-то для меня это крайне сомнительно звучит. Да ты чё отклеился-то, пиздюк? Ну. Так и есть. Что в 2025 только будут First Party игры их. Ну и нахера консоль без игр? Без новых. Козор. Восьмин, еще раз спрошу тебя, нахера игры, вернее консоль без игр? Ты не находишь это тупым? Нет, я же боссман, я же умный. О. Делов наделали. Ну, я типа понимаю, что игры есть. Но вы меня извините. Вы меня извините, но большинство народа берет консоли ради новинок, а не ради старых игр. Я сомневаюсь, что Sony пойдет на такой ход. Выпустить консоль, когда она не готова игры новые выпускать. Но в этом нет смысла вообще никакого. Снять еще две. Давай. Да уж. О! Нафиг было делать вообще какие-либо игры-сервис. Но с другой стороны... А чё они теряют? Абсолютно ничего. Ну, просто, типа,
У Microsoft тоже же нету ничего. На 2024. Чего тут у них есть? Ничего. Да, молодец. Только так и надо делать. Че у них там? Сеня будет? Сеня. Сеня. Сакрифайс. Которая чувствует, что не то чтобы прям сильно кому-то нужна. Кто бы купил Xbox ради Сени Сакрифайс? Есть такие в чате? Команды нет. Давно уже. Уж как года два, наверное. PSP купила. Я сейчас видел перед стримом видео. Потрясающе. Как установить HDMI мод на PSP? Просто шедевр. Чел купил, короче, этот набор для PSP на Алике. Инструкции внутри, конечно же, не было. Инструкцию нужно было искать в объявлении. А она такая. Знаешь, ну такая. Одна большая картинка, которая тянется вниз. Ты пишешь страницы на 15, это инструкция с каждым ходом, но без шагов определенных. Я просто ору. Там нету, знаешь, как дособрать консоль. Там просто, знаешь, закончена эта инструкция на том, что просто лежит PSP без корпуса заднего, переднего. Я сижу такой, ёк твою мать. И просто, знаешь, написано сверху «Done». Знаешь, типа, все. Охуенный HDMI мод, блядь. И самое интересное, чтобы его установить, тебе нужно снять привод. То есть в игры с UMD-то уже не поиграешь на нем. Шедевр. Просто шедевр. Чё тебе нужен, Юкионик? Нашла Виту за 8К. Зачем? Цели. Не, ну тут можно либо PS Vita обычную купить, прошитую. Либо PS Vita TV, чтобы подключать ее к телеку и играть в 1080p. Ты кто? Хоть болтать меня. Ядрить творят. Не хочу телеку, хочу в руках. Ну, значит, надо этот. Ой, я могу в это вселяться? Ничего себе.
начну на обычную PSP. Ну, вернее, в смысле, PS Vita. Ну, чтоб по разрешению побольше, экран побольше. Игра, не души, пожалуйста, блять. И Барсёнка. Другой вопрос, зачем тебе Юки нужен? Корока. Ну а кто еще в консолях разбирается? Не знаю кто. Без понятия. Уи-хи-хи. Снежный трек. Здорово-то как. О, ля сидит. Это чат. Чат, здорово. Что-то долго он не выходит из раздевалки. Только не говорите, что мне нужно одежду замутить. Потому что у меня ее нет. Ты чего? Ты что, гремишь-то? Ни за что не пойду на скачки. Все так хорошо скачет, что я проиграю. Пусть вместо меня идет кто-нибудь другой. Давай, я пойду. Какая странная у вас раздевалка. Бля. Костюм придется по-любому покупать. Просто так что-то кидают монетки. Ночером? Интересное слово. Можно я-то пойду вместо него? В смысле, не вместо Архивона, вместо того, кто не едет. Не, ну я понимаю, да. Что это конкретное слово, которое обозначает между ночью и... А! О! А! Блин. Чё нахуй происходит? Нет! Добрый вечер, король. Наконец-то, можно начинать скачки. Снежно-нежный торт украден, так что главный приз — мультилуна.
Ты готов к скачкам, юноша, да? Ля, у него очки классные. Давно мы чемпионат не проводили. Для начала следует, как следует, разомнись. О боже. Да я вообще натурален в этом деле. Будто бы всю жизнь в такое играл. Мне кажется, или в каком-то Марио такое было уже. Или в какой-то другой игре. На старт. Привет, Дэмиан. Ну, поехали. Пим, пим. Тири-тири-ты. Тири-ты-ты. Так. Нет. Сильно и оторвался. Ни хрена себе. Ну ладно, все, все, все. О, порадовал старика, отныне тебя будут звать Снежная Пуля. Я сейчас из тела его, из его вылезу, он это будет потом не понимать несколько лет, что, почему его Снежной Пулей называют. Ты заслужил мультилуну. Вы бы хоть подождали, а то уже вылезли. Вас сейчас арестуют. Бегите. Окей, чё почём? Ещё двух надо. Так сколько еще не хватает? Двух? Полных или что? Ну как будто бы трех. Почему не всегда срабатывает, я не понимаю. Давай. Да там точно карта есть.
Морда об асфальт. Как тут ярко! Ну ладно, ищем луны. Луны. Бу. Две. Да ты что, издеваешься? Ебать, у тебя нормально все стоит там. Так. Три. Вон четвертую вижу. Там говорят, Джейсон Борн новый будет. Так, минуточка ненужной информации. Да дому дороги-то это понятно. Это уже давно. А вот барнуха. Вы любите барнуху? Сейчас кто любит барнуху? Смотри, как может быть усатая рыба? Ужас. Барнуху! Через Б! Не-не-не. Кошмар. А где она появилась-то? Не. Там был орех во льду. Там был орех во льду. Это значит только одно. Кроссовер ледникового периода и Марио. Сто пудов. Где-то белка, да. Кулинарное царство. О, боже. Полетели, чули.
давно не смотрел идентификацию Борна. Кулинарное царство. Написано, что там варит уникальное рагу изобилия. Прямо на вулкане. Есть курить. Это кто такой дерзкий? На вулкане готовит. Борн Деймонда? Это который? Эволюция Борна, что ли? С этим, как он? С Джереми Раннером? 18 штук нужно собрать здесь. Ой-ой-ой-ой-ой.